Итак, в этом видео речь пойдет о Honda HR-V. На удивление, во многих странах эта модель стала самой продаваемой Хондой. Интерьер данной модели, в общем-то, максимально схож с остальными автомобилями в линейке Honda. Фары в автомобиле светодиодные. Размеры автомобиля: длина 4 метра 29 сантиметров, ширина 1 метр 77 сантиметров, высота 1 метр 60 сантиметров, колесная база 2 метра и 60 сантиметров. Кузов проходит гальваническую оцинковку. Колесные диски устанавливаются 17 диаметра. И весит автомобиль всего 1357 килограмм. По безопасности здесь все на высшем уровне, так как автомобиль набрал 5 звезд в краш-тесте. Интерьер своеобразный, панель немного развернута к водителю. Пластик используется и мягкий, и местами, конечно же, жесткий. Климат-контроль имеет сенсорное управление. Мультимедийная система имеет экран на 7 дюймов с возможностью использования Apple CarPlay и Android Auto. Кресла удобные по традиции Honda, но имеют механические регулировки. Мультируль регулируется как по вылету, так и по углу наклона. Также доступен круиз-контроль. На заднем ряду места достаточно, практически нет тоннеля на полу, поэтому сидеть можно даже втроем. Из удобств доступна 12-вольтная розетка и можно изменять угол спинки сидений. Складываются сидения в пропорции 60 на 40. Багажник получился на 437 литров. Двигатель устанавливается, как мы любим, атмосферный 1,8 литра на 141 лошадиную силу и 171 ньютон-метров крутящего момента. Работает, конечно же, с вариатором. Разгоняется это все примерно вот так. Что вы думаете по поводу данного автомобиля? Заслуженно ли он является лидером продаж? Ведь управляется он, как должно, всем автомобилям марки Honda практически эталонно. Комплектация на уровне и дизайн тоже хорош. В общем, жду ваше мнение. Пишите комментарии и не забудьте порекомендовать данное видео в соцсетях.